Ростовчане, всем привет! В продолжение вчерашней темы про приметы скажу вам, что скоро придут холода. А еще сентябрь будет недождливым. Об этом говорит ясное небо и ветреная погода. Верить в такие предсказания или нет, решайте сами. Я же предлагаю эту информацию запомнить и чуть позже проверить. А пока расскажу вам о погоде на завтра. Сегодняшняя ночь будет сравнительно прохладной, всего плюс 22 на термометрах. Но с утра неутомимое пока еще солнце с новой силой начнет поджаривать Ростов, периодически прячась за облаками, и раскалит воздух до 34 градусов. Ветер никак не успокоится, его скорость 8 метров в секунду с порывами до 20. Атмосферное давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Влажность все на той же отметке в 26%. Даже запаха дождя синоптики не улавливают. На этом я с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго.